эту пору мы узнаем по аромату, витающему над городом, по неумолчному гомону чаек. На Неве путина. За несколько дней бригада Александра Владимировича Семенова выполнила квартальный план. Корюшка шла и днем, и ночью. Минуя холодильники, она сразу поступала в магазины города. А в Сестрорецком отделении рыболовецкого колхоза имени Ленина в небывало богатую путину бригада кавалера двух орденов трудовой славы Григория Алексеевича Воронина справилась с заданием сразу целого полугодия. Каждый выход в море приносил в рыбацкие мережи обильный улов судака и плотвы, леща и корюшки, окуня и трески. Полвека существует рыболовецкий колхоз имени Ленина, чьи угодья раскинулись от Невы до Выборга. Почти 1000 его рыбаков вносят достойный вклад в выполнение продовольственной программы страны.